В течение двух последних месяцев на улицах Запорожья грабили пожилых женщин. Сейчас группу серийных грабителей, на счету которых около трех десятков уголовных преступлений, задержали милиционеры. Сценарий ограбления был у преступников один. Жертв выбирали, как правило, среди пожилых женщин. Сопровождали в относительно безлюдное место, вроде подъезда или двора дома, после чего нападали и срывали золотые украшения. Я вошла в подъезд дома. За мной зашел неизвестный мне молодой человек, который у меня практически сразу вызвал подозрение. Ну и это закончилось, как закончилось. Он напал на меня и сорвал цепочку с крестиком. Неизвестные лица нападали сзади, путем рывка срывали похищенное изделие и скрывались с места происшествия. Одного из злоумышленников задержали по горячим следам сразу после очередного ограбления. Двух подельников вычислили оперативным путем. Все трое по решению суда арестованы. Двое из них ранее уже отбывали наказание за совершение корыстных преступлений. Третий – за наркотики. Уже известно о почти 30 эпизодах их преступной деятельности. Однако у милиционеров есть все основания полагать, что этот перечень не окончательный. Сейчас подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет.